Сегодня 25 апреля 2016 года. Уже несколько дней набираем сок березовый. Сегодня отличная погода. Сегодня открытие охоты на вальшнепа. Вальшнепы на тяге. Время 6:30. Я набираю сок березовый. Вот он. Букашки там. Сегодня открытие охоты на вальшнепа на тяге. Нашел новое место в стороне от того места, где я обычно охочусь. Пришел сюда, уже осмотрелся от клещей. Собрал 8 или 9 клещей себя, снял. Клещей дофига. Погодка классная. Выбрал довольно-таки удачное место. Я все время, я один раз здесь был. Мимо проходил, когда терялся. Сейчас я сориентировался. Классное место. Очень надеюсь, что будет тянуть прямо надо мной или рядышком со мной на расстоянии выстрела. Здесь получается полянка за мной. И просека проходит здесь прямо на просеке. Сейчас думаю, уже скоро начнут летать. Время 19:34. С 8 часов вечера они уже обычно начинают летать. Единственное, что выбираться, мне полчаса придется пешком, чтобы я туда машину не нанимал. Да нет, но... Клещи, конечно, напрягают. Дофига. Просто их умотаться. Пошел. Вроде по кустам старался не идти. Шел все по косике. Все равно нацепил. Таяли разом. Погодка прям шепчет, птички поют. Вообще красотень. Рюкзачок. Конфетки. Ружьишко мое. Патрончики мои самые крупные. То, что я кручу на станке или... Сейчас покажу. Вот это из Питера вообще гильза приехала. Лисья нора называется. 24 грамма дроби, 7,5. Порох. Остатки былой роскоши. Виктан CX, Виктан СВ. Виктан СВ 7. Виктан Нобель Спорт СВ 7. Точнее 7 СВ. Что тут еще? Пуш-контейнер на 24 грамма на спортивный пуш-контейнер. Обычно спортинговый патрон, по сути говоря. Вот, на станочке или такие патрончики получается капсул. CX-2000 в свое время набрал. Сейчас иностранным порохом большие проблемы. Брал порох по 1600 рублей за килограмм из Питера. Две бутылки пришло. Сейчас этот порох стоит в районе 4500. Вот недавно списывался с питерцами, с парнями. С порохом большие проблемы. Придется брать свой. Наш, точнее, российский. Посмотрим. Без вариантов, на самом деле. Темнело. Еще вальшнепы даже ни разу не пролетели.
Ветерок поднялся. Он нафиг не нужен был. О, кто стреляет. Далеко, правда. Это из Китая еще идет ко мне экшн камера моя. Он придет, когда вообще будет здорово. Вот и мой первый важный подарок.